День семьи, любви и верности в России стал аналогом католического дня всех влюбленных. Покровители праздника – святые князь Петр Муромский и супруга его Феврония. Их брак у православных считается образцом супружеской жизни. Хотелось бы, чтобы он был очень важным праздником, так как сейчас молодежь, она не очень ценит такой праздник. И ценности в семье почти не сохраняются. Символ праздника – Дня семьи, любви и верности – ромашка, самый известный, распространенный и демократичный цветок. Также в России издревле ромашка – это символ любви, которая по праву считается высшей семейной ценностью. Сегодня день семьи, любви и верности. Мы хотим вас поздравить с этим праздником. И вот на вот этой ромашке написаны вот ценности, которые должны быть в семье. Ценить люди, да? Да. И мы вам дарим вот такие ромашки. Спасибо. И чтобы у вас этих ценностей было все больше и больше и больше. О семейных ценностях и необходимости их беречь кандалакшанам сегодня напомнили волонтеры отдела доверия. Молодые люди вышли на улицы нашего города и раздавали прохожим бумажные ромашки, на каждом лепестке которой написаны слова, без которых трудно представить семью – крепкую, дружную, надежную, любящую.